Привет, я Виталя. А я Маша. И мы Vegan Family, и в этом видео мы хотим пригласить тебя в наши веганские приключения. Мы перешли на веганство 2 года назад, а с 2012 года мы активно путешествуем по всему миру. Уже с десяток раз топтали родные сибирские горы Алтая, сплавлялись по Катуни и восходили на 5 вершин, включая самую высокую точку северо-чуйского хребта. Ледник четырехтысячник Большой Актру. Погружались в пучины Красного и Андаманского морей. Индийского и Тихого океанов. Выжили на необитаемых островах Таиланда и Филиппин. Объехали вокруг весь полуостров Крым на горных велосипедах. Прошли пешком 500 километров по Ликийской тропе в Турции. Убивались на серфе на волнах Бали. Упивались большим морем Байкала, роняя слезы счастья со скал мыса Хабой. Ночевали прямо на вершинах вулканов Юго-Восточной Азии. Прошли самый красивый трек Непала и побывали на самом высоком в мире перевале Таронг-Ла высотой 5500 метров. Самое высокогорное озеро Телича тоже в нашей копилочке впечатлений. Объехали всю Индию на поездах с севера на юг, от шумного Дели до самых глухих деревень, где никогда не ступала нога иностранцев. Проехали 8500 километров автостопом из Сибири через Грузию и Турцию. В горах чувствуем себя уютнее, чем дома. Казахстанский Тянь-Шань, непальские Гималаи, десятки троп Алтая, грузинский Кавказ и Урал. В этом году мы пойдем с вами 7 походов и совершим 2 активных тура по Грузии. А еще я проведу 1 фем-поход только для женщин. И сейчас мы хотим пригласить тебя с нами в поход. Мы пойдем бороздить горы Алтая, Кавказа и пройдемся по горам вдоль Средиземного моря Турции. А если считаешь, что походы это пока слишком сложно для тебя, то погнали с нами в Грузию. В тур по этой стране мы включили много активностей, трекинг и сплав, но оставили его при этом очень комфортным. Нести тяжелый рюкзак на себе несколько дней не придется, а ночевки в палатках будут всего 2 раза. Мы будем триповать с апреля по октябрь. Выбирай удобные для тебя даты и присоединяйся. Полное расписание наших маршрутов и другие детали ты можешь найти у нас в Инстаграме или ВКонтакте. Как тебе это удобнее? Мультик идет. Мультик, ты можешь сесть? На руку. Мультик, сидеть. Сидеть, молодец. Если у тебя нет никакого походного опыта, то наши приключения идеальны для тебя. Мы спланировали все маршруты таким образом, чтобы они были интересными, но доступными для новичков. Тебя ждет настоящая дикая жизнь. Горные реки, леса, озера, огромные снежные вершины, подпирающие собой небо. И, конечно, ночевки в палатках под звездами. С нас вкуснейшая веганская еда с костра, обеспечение безопасности похода, помощь в подборке этичного снаряжения, трансфер до начала маршрута и после его окончания и многое-многое другое. Тебе нужно будет только добраться в город, где у нас будут сборы. Все остальное за нами.
Наши базовые ценности – это этика. Мы готовим с собой только веганскую еду. Никаких сгущенок и тушенок. Рацион будет сбалансирован и полноценен. Тебе не придется есть голый гарнир, в то время как все вокруг едят животных, как это происходит в невеганских походах. Ну и, конечно, не будет никаких шуток, что ты скоро умрешь без мясных витаминов. Вместо этого будет много-много вкусняшек. Обещаем. Экологичность. Еще на этапе закупа продуктов мы будем предпочитать те ингредиенты, которые можно купить на развес. А упаковку от тех, которые купить в свою тару не получится, мы обязательно принесем в цивилизацию и отправим на переработку. А еще все участники и участницы узнают, как бережно обращаться с природой. Ведь наша команда будет жить в горах по правилам эко-кодекса. Эгалитарность и политика недискриминации. Мы рады всем из вас, независимо от вашей национальности, веры, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, внешнего вида и возраста. Мы не оцениваем людей по стереотипам, и в наших походах нет никаких дискриминаций. А если вам нет 18, и вы считаете, что вам нужно ждать совершеннолетия для того, чтобы присоединиться к нашей команде, смеем заверить, что это не так. Нужно лишь согласие ваших родителей для участия в нашем походе. Если вы не веганите, но хотите присоединиться к нам, мы рады вас видеть, если вы понимаете, поддерживаете и уважаете принципы веганства. Вы можете присоединиться к нам со своим партнером, другом, членом семьи невеганом. А если вы уже сами разделяете принципы веганства, но пока не перешли на него, добро пожаловать! Мы покажем вам, как веганить не только в обычной жизни, но и в диких условиях. Поход – это маленькая отдельная жизнь, которая подарит совершенно уникальный опыт, сделает тебя крепче и сильнее, научит новому, позволит увидеть уникальные уголки мира и даст возможность сблизиться с природой. Незнакомые до похода люди станут тебе семьей. Обещаем. Ведь мы будем преодолевать все трудности вместе. А еще будем заботиться друг о подруге. Каждый будет дежурить по очереди, делясь своим теплом с остальной командой. Мы будем сидеть у костра и делиться историями, а также играть в психологические игры на сближение. В горах ты можешь просто быть собой, отбросив все свои социальные маски. С вершин мы проорем все тревоги и обиды. Мы найдем идеальную тишину и гармонию. Мы проживем целую маленькую жизнь и сделаем это все вместе. Лето уже не за горами, оно ждет вас в горах. Присоединяйся к Vegan Family Travel, просто пиши нам любым удобным для тебя способом, и мы обязательно вышлем тебе все необходимые детали. Увидимся на тропе, бро! Три, четыре. Привет! Блин, на жопу собаки, мне кажется, это такое. Три, четыре. Привет! Да, я в носках и в туфлях. Хорошо, что ты заметил, ты чё? Чё, это стрёмно, да? Сейчас вообще никто не пойдёт, ты чё, поход?